Здоровый образ жизни с каждым днем становится правилом для все большего и большего числа людей, но все же остаются те, для кого это не так, а потому важно не просто приучаться к правильным привычкам, а стараться подавать пример, как это делают отряды юных друзей полиции, которые вновь собрались в центре «Лесная сказка» на районном творческом конкурсе «Агитбригад». Как говорится, в здоровом теле здоровый дух, и участники конкурса знают об этом не понаслышке. Их творческие номера сегодня вдохновляют всех на здоровый образ жизни. А его основа – занятия спортом, отказ от курения, алкоголя, фастфуда и других вредных привычек. Но в век высоких технологий возникает еще одна проблема, которой в своем выступлении уделили внимание ученики 11-й Щелковской школы имени Титова. Интернет-зависимость – не секрет, что сегодня ей страдают люди разных возрастов и профессий. Это как зависимость такая, то есть от нее очень сложно отказаться, как бы все так громко не говорили о том, что вот мы откажемся, это плохо, это ужасно, но все же достаточно сложно. Ну и теперь про здоровый образ жизни. Для вас это что? Это не курить, не пить, не употреблять какие-то наркотические вещества. Это вообще запрет. Но, к сожалению, не каждый может отказаться от вредных привычек, а потому лучший способ борьбы с ними – их предупреждение. Проще вовсе не начинать, чем потом бороться с зависимостью. Как раз такие конкурсы помогают ребятам еще раз в этом убедиться, а главное – подать пример сверстникам. Когда все это в легкой форме подается детям и самими детьми проживается, наверное, это лучше всего усваивается, и действительно хочется, не следуя какой-то сухой, строгой лекции и букве закона действовать, а потому что ты понимаешь правильность, понимаешь важность этого внутренне, душой и сердцем. У нас проводятся слеты, у нас агитбригады, проводятся областные. И вот победитель нашего районного конкурса, они выезжают на область. Нужно сказать, что проект «Юные друзья полиции» реализуется в «Лесной сказке» вот уже 10 лет, а подобные конкурсы, как этот, «В здоровом теле, здоровый дух», проходят ежегодно при поддержке Комитета по образованию администрации Щелковского района и отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Ну а оценивает конкурсантов строгое, но справедливое жюри, в составе которого как педагоги центра «Лесная сказка», так и сотрудники полиции. Вы наше будущее. Мы будем рады приветствовать вас в наших рядах в виде сотрудников полиции. Что касаемо данного конкурса, именно конкурса «Агитбригад», на мой взгляд, это самая интересная часть. Всего же в конкурсе приняли участие более 350 ребят, учеников с 5 по 10 класса щелковских образовательных учреждений. Анна Балиет, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».